Первое утро. Мы в Манусе. Где беседка. Приехали около часа ночи сюда. Вот моя постель. Вот ребята с Волгограда приехали. Серега разминается. Это правильно. Медленно? Конечно. Почему? Чтобы не сухое мясо было. А ты умеешь жарить? Конечно. Может, ты-то возьмешь? Давай. Я просто в этом деле такой профан. Ну, хотя уже жарить. Минут 5 стоит. Жарится. Курятина? Курятина, да. Мне просто это вкусное или же вот о, лимонад. Хочешь томатный соус? Чё, где еще крепкие напитки? Так, Коля, у тебя нет? Вот это большой? Вот это твои. А. Давай мне с большой тары. Точно там, подожди, налей. Да, 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 да. Все, давайте. Отлично. Хорошее дело, катание. Все, поехали. Ростислав Быкову сделает. Я еще в терминах не сидел. Тройной! Не надо терминов, просто делай.